каждый день чуть свет встаем, забыв про слово лень. И лишь под вечер сознаем, какой был трудный день. Пора бы спать, но так манит лиловый звездопад. И у костра всю ночь сидит студенческий отряд. Сегодня мы открыли сезон трудовых отрядов, молодежных трудовых отрядов. Это такое знаковое мероприятие и знаковое, в принципе, событие для ребят нашей республики. В течение всего лета они будут заниматься каждый по своему направлению. Где-то это благоустройство, где-то вожатство и так далее. Порядка 25 трудовых отрядов у нас на территории республики действуют. Это уникальный опыт для ребят, то есть будучи школьником, будучи студентом, уже начинать свою трудовую деятельность, приобщение к труду и какая-то возмездная основа, хоть и может быть где-то небольшая, но тем не менее они уже понимают, что они за свой труд получают небольшую зарплату. Но самое главное – это приобщение к труду, самое главное – это тот опыт, который они приобретают, то созидательное чувство с республикой, которые они делают. Самое главное, чтобы они созидали, создавали и преображали нашу республику. Сегодня на мероприятии, на открытии у нас присутствовали более 20 молодежных трудовых отрядов со всей нашей республики. Каждый из этих отрядов имеет свою специализацию и свое направление. Я надеюсь, что ребята действительно смогут своими знаниями и умениями вложить частичку себя на развитие нашей страны. В отряд можно попасть исключительно только по своему желанию. Если студент хочет вступить в ряды молодежных трудовых отрядов университетов или учебных учреждений, где он обучается, для этого есть свои координаторы в каждом штабе, которые занимаются пополнением рядов трудовых отрядов. Сегодня очень значимый день. Все встретились города и молодежные трудовые отряды. Для нас это большая честь. Прежде всего, все города нашей Луганской Народной Республики приехали, увидели друг друга, нам вручили трудовые путевки как вузам, так и каждому городу. И мне кажется, для нашей молодой республики это очень значимо.